Спустя почти год после пожара открыли Синной. Один из самых крупных рынков Саратова начал свою работу после масштабной реконструкции. На ремонт пострадавшего от огня здания ушло несколько месяцев. Одной из первых в обновленном рынке побывала наша съемочная группа. За сравнительно небольшой срок сгоревшее здание Синого рынка удалось полностью восстановить. 11 месяцев рабочие занимались реставрацией фасада и крыши. За это время также поменяли внутреннюю отделку помещений и переоборудовали все торговые точки рынка. Ждали, наверное, очень долго, но дождались. Мы открыли, у нас прекрасный, шикарный, теплый магазин. У нас тут хорошо, у нас все условия. Для народа, для людей, для нас все условия, я думаю, созданы. Мы всех ждем, нам очень хочется, чтобы перед Новым годом к нам приходили. Наученные горьким опытом, строители во время ремонтных работ использовали только пожароустойчивые материалы и краски. Также оборудовали здание камерами наблюдения и системами противопожарной безопасности. Инфракрасные датчики, которые на уровне, допустим, 20-30 метров от пола уже видят дым и моментально реагируют. То есть это лучевые датчики, которые перекрестно ловит, держит весь периметр. То есть шансов, что даже где-то вот если человек закурит, это буквально в течение там 5-7 секунд будет видно у нас на пульте охраны, что просто даже дым от сигареты. На протяжении всего времени восстановительных работ региональные чиновники и администрация рынка оказывали помощь предпринимателям, которые раньше торговали на территории Синного. Без работы не остался никто. Со стороны правительства помощь оказывалась только административная, то есть бюджетные деньги мы не потратили на поддержку ни бизнеса, ни на ремонт. Ремонт полностью на свои плечи взяла администрация Синного рынка, взяли собственники рынка. Мы помогали как администрации, так и предпринимателям для того, чтобы на то время, пока рынок не работал, они не потеряли возможность торговать. То есть мы их устраивали на другие рынки, создавали им условия для работы. Следующим этапом восстановительных работ Синого рынка станет реконструкция помещений на втором этаже. Открытие этих павильонов после ремонта намечено на начало февраля следующего года. Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.